Всем привет и кому-то доброе утро! Сегодня 18 января и, как я говорил ранее, началась продажа защищенного смартфона от суббренда OKitel всего лишь за $110. Такая цена продержится до 24 числа, а это уже приятно, что скидку дали не на один день. Габариты смартфона составили 158 на 78 на 18 мм. На боковой стороне устройства есть три кнопки. Новая технология позволяет улучшить края и защитить телефон от повреждений при обычном падении. Защита устройства соответствует сертификатам MIL STD 810G, IP68 и IP69K. Это защита от воды и пыли. Устройство может падать на твердую поверхность с высоты до 1,5 метра, работать при экстремальных температурах и проводить до получаса под водой на глубине 1,5 метра. Главной особенностью F150 стал аккумулятор, зарядная емкость которого составила 8000 мАч. По словам производителя, этого хватит на 2 дня автономной работы. 18-ваттная быстрая зарядка позволяет выполнить заряд встроенной батареи с 0 до 100% за 180 минут. На лицевой панели смартфона установлен 5,86-дюймовый экран с вырезом. Разрешение дисплея составляет 1520 на 720 точек. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5 поколения. В широкой монобреви установлена фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного датчика. Основная камера получила 2-мегапиксельных сенсора, VGA-модуль и стандартный блок на 13 мегапикселей, который поддерживает ночную съемку. Как я говорил ранее, камеры будут слабые, только для технических задач. Ни про какое творчество тут речи и не идет. В основе F150 лежит однокристальная система Helio G25, построенная по 12-нанометровому техпроцессу. Чипсет имеет 8 ядер Cortex A53 с частотой до 2 ГГц. За графику отвечает ускоритель PowerVR GE8320. Новинка получила 6 ГБ оперативной памяти и 64 встроенной с возможностью расширения картами microSD до 256. Начинка для сложных задач не подойдет, хотя вряд ли вы будете запускать на нем какие-то тяжелые игры. Такие устройства берут совсем для других целей. Программной оболочкой служит операционная система Android 10. Из прочего стоит отметить дополнительную настраиваемую клавишу на корпусе, поддержку управления жестами и возможность взаимодействовать со смартфонами в перчатках, ну и чип NFC. Если вы человек, которому телефон нужен ради звонков, мессенджеров и стандартных задач, и желательно, чтобы смарт не боялся падений, ну и желательно не часто его заряжать, то это устройство явно стоит ваше внимание, да еще и за такие небольшие-то деньги. У меня был смартфон от этой компании на обзоре, и я им вполне доволен. Так что думаю, F150 получится неплохим. Купить смартфон можно на AliExpress и Banggood. С 18 по 24 января цена будет снижена до $110, так что поспешите. Спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня и увидимся!